Более 12 миллионов работающих пенсионеров начнут получать более высокую пенсию. С 1 августа производится перерасчет пенсии россиянам, которые продолжают трудиться. На перерасчет имеют право все получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы. При этом ни с каким заявлением бежать никуда не нужно. Напомним, 1 февраля этого года пенсии были проиндексированы на 5,4%. Именно настолько выросли цены в 2016 году.